Итак, мы переходим к нашим неделям. Так, мы с вами видим модуль 1, учебная неделя 1. Модуль 2, учебная неделя 2. Мы с вами видим, что на каждой неделе есть кнопки материала учебной недели. А также мы с вами видим, можем обратить внимание, что под кнопкой на второй учебной неделе есть вот такой красный текст. Этот красный текст означает, что данная неделя для вас еще недоступна. Недоступна потому, что вы не прошли, не ответили на контрольный вопрос. Здесь как раз он отмечается. И также не ответили на контрольный, не сдали контрольный тест. Как только вы сдадите контрольный тест и ответите на контрольный вопрос, данная неделя для вас будет доступна.